Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня у нас новинка на канале Технобар Плюс. Лотерея Гол с призом главным 3 миллиона. Вот как-то так, друзья. Лотерея, скажем так, посвящена спорту. Решил в новинке это испробовать два билетика. Что-то подсказывает мне, что вот эта сетка как в билете кроссворд. Чем-то напоминает мне. И что же здесь, друзья? Здесь у нас призовой фонд 50%. По правилам игры, удалите защитный слой с игрового поля игры 1, вы выиграли, если обнаружили под защитным слоем хотя бы один призовой символ мячик. Размер выигрыша зависит от количества обнаруженных в поле призовых символов и определяется в соответствии с информацией, размещенной на лицевой стороне билета. Ага, понятно. То есть, если здесь стер хотя бы один мячик попался, значит, выиграл я. И вторая игра какая-то. Удалите защитный слой с игрового поля игра 2, где содержится одна из букв слова футбол. Предъявите 6 билетов. 6, а у нас 2. 6 билетов из букв, в которых можно составить слово футбол. И получите приз 100 тысяч рублей. Вот стопудово футбо соберется, а буква L будет одна на 100 тысяч. Вот 100%, вернее, две буквы L будет, потому что тут два приза по 100 тысяч. Вот 100%, гарантия. Не знаю, как это получится. Вот первая игра, вот вторая игра. Ну, давайте будем начинать. Стоимость, в принципе, интересная. Друзья, опять же, подписываемся на канал Технобар Плюс. Возможно, я нашел это новое место, как бы, возможно, я буду там приобретать билеты вот этой игры, если она мне зайдет. Давайте будем начинать, а вы тем временем, друзья, подпишитесь на канал Технобар Плюс, прожмите лайк под данным видео, напишите свой маленький комментарий, что вы думаете об этой лотерее. Начинаем играть. Итак, первый мячик пошел мимо. Второй мимо. X. Третий X. Четвертый X. Тут, наверное, все вытирать можно. Угу. Так, поехали. Мячика нет. X, X. Одни X, короче... Мимо все это дело. Так, и вторая игра. Буква О. Вот тут, я так понимаю, честно говоря, друзья, по аналогу лотереи «Магия звезд». Тоже собирать надо там. Только тут собирать буквы. Ну, я уверяю вас, вот какая-то одна буква. Легко соберутся 5 букв, но шестая буква из слова «футбол» будет отсутствовать. Вот как-то так. И где-то она будет неизвестно в каких краях дальних. Короче говоря, тут все вытер, билет без выигрыша. Но, в принципе, я его оставлю, потому что я еще попробую пару раз сыграть. Так, играем дальше. Крестик, крестик. Вот, мячик один, это 50 рублей. Так, кстати, опять пошла какая-то вонь от билетов. Так, 50 рублей. Есть такие призы. Вот, скорее всего, 50 будет и не больше. Хотя нет, друзья, еще один 50. 100 рублей, наверное, да? Два мяча? Нет, два мяча, друзья, 200 рублей. Отлично, отлично. Эта игра мне приносит, то есть окупает два билета, еще в сотка в плюсе. Ну, в принципе, меня такое устраивает. Отлично. Два мяча, это у нас уже идет 200 рублей. 200 рублей призы тут есть? Есть, да, 3500 призов на 1 миллион тираж. 200 рубликов выиграл. В принципе, в плюсе, друзья. Но нет, буква L, видите, скорее всего, наверное, какая-то буква F будет редкой. Футбол. Вот все, как есть, показываю вам. 200 рублей в плюсе. В принципе, можно эту лотерею брать, но не в крупном количестве, понятно, друзья. Кому понравилась лотерея, обязательно подпишитесь в любом наборе на канал Технобар Плюс, прожмите лайк под данным видео. Желаю всем удачи. Сегодня я плюс.